Администрация Абакана отремонтирует внедорожники для бойцов в зоне СВО. 4 УАЗика были переданы в Народный фронт Хакасским госуниверситетом, но требовали полного техобслуживания. Буханки в относительно хорошем состоянии, но были давно списаны учебным заведением. Простаивали годами. Чтобы передать нашим бойцам технику на фронт, было необходимо провести срочный ремонт, и это, соответственно, требовало немалых затрат. На одну из машин деньги переводил сам участник СВО, которому ее вскоре доставят. Какую-то часть удалось привести в порядок. Все остальное на себя взяла мэрия Абакана. Сегодня спецавтобаза всю технику забрала в свои гаражи.